Одна из основных задач школы конференции – обучение практикующих врачей тонким и сложным вопросам иммунодиагностики, иммунопрофилактики и иммунотерапии, знакомство специалистов с последними достижениями в области диагностики и лечения иммунозависимых заболеваний. В программе семинары и клинические разборы типичных и сложных заболеваний. Иммунология – это вот такая специальность междисциплинарная. Вначале врач должен понять все остальные дисциплины, иметь вот эту базовую медицинскую вот науку уже в своей голове, а потом на это нанизывает, наверное, более интересные иммунологические знания. Вот это, ну, как вариант после вузовского образования. Уже образование не студентов, а врачей. Сочинских врачей в зале немного, хотя наш город субтропический, где немало круглый год цветущих растений. По словам специалистов, без клинической иммунологии сегодня не может существовать ни одна профессия. Это касается хирургии, педиатрии, неврологии, поскольку в основе многих заболеваний стоят иммунологические нарушения, вызванные в том числе вирусами и бактериями. Настоящая аллергия одна на 100 тысяч случаев. А вот то, что мы видим сегодня, это аллергические риниты, аллергические конъюнктивиты, бронхиальная астма. В основе стоит инфекционный аллергический процесс. И вот задача клинических иммунологов – найти причину, справиться с этими агентами, которые вызывают процессы, и помочь пациенту. В течение 7 дней в рамках системы непрерывного медицинского образования идет повышение квалификации специалистов. Участники школы получат соответствующие сертификаты. Рената Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.